Добрый день. Здравствуйте. Вот у вас в руках целое сокровище. Да. Расскажите, пожалуйста, как вы к этому шли, о чем думали, почему так, как произошло, чем вдохновились? Вообще сложно сказать. Наверное, дома у нас, во-первых, была книжечка, посвященная Кришне. Вот. И когда я была еще маленьким ребенком, такая же, как моя дочь, наверное, лет 9, я смотрела ее, рассматривала, там очень много красивых красочных картинок, и потихоньку читала, потому что в то время еще интернета не было, телевидение мне было не очень интересно, и вот книжка была мне интересна, я читала ее, потом уже в школьные годы я познакомилась с несколькими людьми из сообщества Кришны. И у меня была книжка, которую я уже не помню, где приобрела, где-то на местном рынке, Шри Чайтанья, вот, и я ее тоже читала. Вот, и да, мне вот тут сделали огромный подарок, Бхагавад-гиту, я мечтала ее прочитать, но я достаточно рано родила, и как бы вот я, все, что у меня было, все ушло куда-то в сторону, больше я занималась ребенком. А сейчас вот такая случайная встреча произошла, и очень приятная. Спасибо вам большое. Что бы вы могли пожелать тем людям, которые будут смотреть это видео, какое ваше послание для них? Не знаю, наверное, во-первых, хочется, чтобы в мире было больше доброты, чтобы люди читали, как-то просвещались, и чтобы каждый, вот, кто хочет прикоснуться к этому, чтобы ему повстречались на пути такие же люди, сделали ему небольшой подарок. Вот. И находили люди время на чтение, на просветление. Спасибо вам большое. До скорых встреч.